Ребята, я такое сделал, вы просто все охереете. Помните, как-то раз в параллельной вселенной я пообещал, что если мне выпадет World Cup и Роналду, то я покрашу волосы. Так вот, я это сделал. Где-то в параллельной вселенной. Да это же изи видос, пацаны. Викторич, вот откуда у всех физруков такая связка ключей? Такая? Это ключи от 100 автомобилей Kia Optima, который разыгрывает 1xBet. Успей принять участие в акции с 15 апреля по 15 июля. Все подробности на сайте 1xbet.ru. Чё? Я говорю, 1xBet разыгрывает 100 автомобилей. Так вот, ребята, я сдержал свое обещание. И прежде чем покажу то, что у меня на голове, хочу вам показать переписку с моей мамой. Что-то, парни, мама не заценила. Наверное, не модное. Давайте я позвоню мистеру Фифарису. Наверняка он заценит. Здорово, братан, у меня для тебя есть отличная новость. Я покрасил волосы. Ты готов увидеть? Готов? Давай. Смотри! Ты еблан? Ты бы еще в красный их покрасил. Не звони мне больше. Ну вы понимаете, пацаны, Фифалис не шарит, поэтому давайте позвоним реально шарящему человеку, Гена Миллер. Он-то должен заценить. Бля, фейстайм, чувак, ты ёбнулся? Йоу-йоу, братан, у меня для тебя есть отличная новость. Я ёбнул свои волосы в охуеннейший цвет. Ты готов увидеть? А на лапке сделал? Блядь, ну давай. Пиздец. Чувак, как удалить твой контакт нахуй? Прости. Эй, йоу, чё, кого, браза? Здорово, братишка. Я такую движуху намутил на голове, зацени. Ай, пиздец. Эй, здорово. Здорово, братан, нет времени Тише. Объяснять. Так. Просто зацени. Так. Вся надежда на капитана Шокера. Эй, Лаци, здорово! Зацени! Как тебе? Я Шокер! Опа! Ну ладно, может хотя бы подписчики мои заценят. Ну и пошли вы все, нихера вы не понимаете! Я против системы иду, я не такой, как все! Какого хера у меня красным цветом горит лампа? Так-то намного лучше. Ребята, запомните одну вещь. Пока вы работаете на обычных работах, учитесь на какие-то стандартные профессии, такие как я, делают невозможное. Снимают контент по фифе. Ну ладно, все, ребята, хватит. Я выхожу из образа долбоеба. Если кто не понял, это пародия на ролик одного из фиферов, чье имя нельзя упоминать на моем канале. Ну, кто знает, тот поймет, о чем речь идет, как завещал великий Гуфака. Кто знает, поймет, то, о чем речь идет. Я никаких конфликтов не разжигаю, ничего подобного, просто я хотел одну мысль донести этим роликом. Кого, блять, вообще ебет, какой цвет у тебя на голове? Почему факт того, что ты сменил цвет волос, преподносится как новость какой-то вселенской масштабности? Как новость, от которой все просто должны сойти с ума и охуеть? Такое ощущение, это как будто какой-то культ, знаете, как будто он вступил в новую религию, блять. Кстати, ребята, я еще пирсинг в носу сделал. Сей факт задел тоже многих людей и говорили, почему ты это сделал, нахуя? А я все просто, я иду против системы. Я не такой, как все. Ладно, все, хватит этого стёба, я не могу выйти из образа. Чем больше ты делаешь на этом акцент, тем больше людей будут думать, что это что-то ненормальное. Но я вычитывал ваши комментарии, мега интеллектуальные и охуительные, по типу, ты покрасил волосы, значит ты пидор. Вы не правы, всего доброго. То есть вот так это работает, пацаны. Мужик определяется не поступками, а цветом волос. То есть если у тебя цвет волос отличается от других, значит ты пидор, гей, гомосек, называйте это как хотите. Ну и давайте под конец охуительные пари сделаем. Если под этим роликом набирается 100 тысяч лайков, они никогда не наберутся, то я крашу свою бороду в синий цвет, я буду весь синий. Прикиньте, как это будет охуенно. Сказочный долбоеб. Ну ладно, пацаны, я думаю, свою мысль я донес. Никого не хотел обидеть, как бы красить волосы в тот цвет, который тебе нравится. Это абсолютная норма, в этом нет ничего плохого. Ну не то, что сказать, я это пропагандирую, а просто как бы по факту говорю. В этом нет ничего страшного и криминального. Но преподносить эту новость как вселенская масштабность... Это тоже глупо. То есть вы подумайте, сколько роликов я мог бы делать в неделю, блять. Ну, то есть по факту я могу красить волосы хоть каждую неделю, делать пирсинг хоть каждую неделю и все в этом стиле. Гей!
С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем хорошего настроения. Мир, peace, жвачка, или как там говорится.